Снегоуборочный мотоблок. Первый снег приносит не только радость, но и заботы. Неубранный вовремя снежный слой затрудняет движение людей и машин. Весной сугробы способны превращаться в воду и затапливать территорию. Зачастую лопата бессильна перед уборкой снежных завалов, на помощь приходит снегоуборочный мотоблок. Классификация мотоблочных снегоуборщиков. Уборка снега с больших территорий осуществляется при помощи специализированной коммунальной техники. Но в тесном пространстве нет места для больших машин, тракторов МТЗ и снегоуборщиков Honda. Проблема решается с помощью использования мотоблока, оснащенного снегоуборочными насадками. Снегоуборочный мотоблок. Мотоблок – это универсальная машина для сельского хозяйства, оснащенная навесным шнекороторным механизмом. Принцип работы заключается в наборе снежной массы, пропускании ее через специальную крыльчатку и отбрасывании в сторону. Техника предназначена для уборки небольших участков с рыхлым снегом. Чтобы производить уборку снега в короткие сроки и с максимальной эффективностью, разработаны специальные снегоуборочные приспособления. Обратите внимание, любой мотоблок может быть приспособлен для уборки снега, стоит лишь присоединить навесное оборудование. Его работоспособность зависит от мощности агрегата. Двигатель маломощного мотоблока будет перегружаться при уборке плотного наста. Выбор топлива также важен для использования при низких температурах. Типы снегоуборщиков для мотоблока: бульдозерный, действует с помощью насадки отвала, шнековый, одноступенчатый, шнеково-роторный. Комбинированный, двухступенчатый. Снегоуборочные насадки бывают третьих типов: отвал-лопата, щетка, шнекороторная приставка. Способы крепления насадки. Навесное оборудование изготавливается для конкретных моделей мотоблоков. В зависимости от конструкционных характеристик мотоблока и разного расположения вала отбора мощности, существует несколько возможностей. Крепление насадки напрямую применяется лишь для моделей со встроенным редуктором с нужным передаточным числом посредством сцепки. С помощью ременной передачи через редуктор. На заметку, передаточные числа редуктора, ременной и цепной передачи зависят от модели, а также мощности мотоблока. Чтобы ротор хорошо разгонял снег, этот параметр должен составлять 1:4. Разновидности мотоблочных снегоуборочных насадок. Снегоуборочной насадкой называется навесное оборудование, сборно-сварная конструкция, присоединяемая к мотоблоку. Существует несколько вариантов выбора снегоуборочного навесного оборудования на мотоблок. Лопата-отвал для мотоблока. Обратите внимание. Нож-отвал предназначен для отбрасывания снега, охватывает площадь в 1 метр. Рабочая скорость агрегата с насадкой от 2 до 7 км в час. Нижний край защищен резиновой лентой во избежание повреждения дорожного и тротуарного покрытия. Резина также служит защитой режущей кромки от износа. Навесный отвал можно фиксировать на разной высоте, менять положение в горизонтальной плоскости. Лопата крепится к мотоблоку с помощью передней части от универсальной сцепки. Снегоуборочную лопату на мотоблок нужно использовать на тяжелом мотоблоке, так как более легкие модели будут допускать пропуски в расчистке из-за малого веса. Снегоуборочной щеткой можно воспользоваться для уборки территории от свежего снега, слой которого не превышает 30 см. Поверхность должна быть ровной и большой. Жесткий снегоуборщик щетка крепится на вращающийся вал. Площадь охвата составляет 1 метр. Высота и угол охвата от 25 градусов регулируется в разные стороны вперед. Приспособление используется там, где нельзя повреждать покрытие. Снегоуборочная щетка. Снегоуборочная роторная насадка показывает наибольшую производительность. Конструкция шнекороторного устройства состоит из лопастного колеса и шнека, захватывающего снег и перемещающего его вверх. Колесо поднимает снежную массу, выбрасывая через раструб на дистанцию 5-15 метров. Снегоочиститель используется при большом количестве снега. Обратите внимание, наиболее эффективная приставка – снегоочиститель роторный или фрикционный, в основе которого шнек с лопатным колесом. Принцип работы снегоуборочного оборудования. Конструкция снегоуборочного мотоблока состоит из нескольких элементов – двигателя, передних лопастей, осуществляющих подбор снега, роторного узла внутри механизма. Описание механизма действия начинается с мотора. Двигатель приводит во вращение винтовой шнек с ножами, действующими по принципу мясорубки.
При вращении снега происходит измельчение впереди лежащего снега с помощью врезающихся в него зазубрин и продвижения массы к центру. Лопасти ротора подбирают снег и отправляют его в соло корпуса. После этого происходит выталкивание снега через выходной патрубок на дистанцию в несколько метров. Это двухступенчатая конструкция, характерная для готовых агрегатов. Роторная модель объединяет в себе функции снегоуборочного ротора и шнека. Крутящий винт подает снеговую массу в широкое жерло с большим ротором. Крутящий момент вращающегося ротора придает ускорение движению снега. Мощная струя снега может отлетать на расстояние в 20 метров. Роторный снегоуборщик, шнековый снегоуборщик является одноступенчатым. Снежная масса с транспортера двигается прямо в выдувной раструб. Мощная воздушная струя отбрасывает снег наружу. Интересно, для уборки обширных площадей мокрого и сухого снега используется зафиксированный на мотоблоке или культиваторе снегоуборщик. Расчетливому хозяину понравится снегоуборочная насадка и культиватор в одном агрегате. При грамотной модернизации и навыках есть возможность приспособить культиватор к уборке снега самостоятельно. Такой снегоуборщик способен отбрасывать снег на 12 метров. Производители мотоблоков. Покупка техники для уборки снега часто сопровождается дилеммой купить снегоуборщик или снегоуборочную приставку к мотоблоку. Важно! Владельцам частных домов, магазинов, нуждающихся лишь в очистке прилегающих территорий, стоит купить снегоуборщик. Хозяевам дач-коттеджей выгоднее приобрести мотоблок с насадкой, благодаря его многофункциональности. По мере приближения зимы перед покупателем встает выбор, какой снегоуборочный мотоблок приобрести на дачу. Существует обширный ассортимент разновидностей снегоуборочных техник, среди них выделяются самые востребованные модели «Мегалодон». 06 к мотоблоку «Салют» представлен роторной снегоуборочной насадкой. SM-06 на мотоблок «Каскад» действует благодаря вращающимся шнекам. Снегоуборочная насадка на мотоблок «Крот» – одноступенчатый снегоуборщик, отбрасывающий снег на расстояние до 5 метров. Снегоуборщик шнекороторный мотоблочный «Беларусь» 0509NM-TZSN1M. Техника снегоуборочное оборудование для мотоблока продается в Москве в широком ассортименте. Например, снегоуборщик «Даву Даст» выпускается в виде электрических, аккумуляторных и бензиновых моделей. Можно приобрести снегоуборочные приставки для мотоблоков АК, Салют, Агат, Угра, МТЗ, Беларусь, Агрос, Крот. Снегоуборщик «Мегалодон», как из мотоблока сделать снегоуборщик. Перед тем, как браться за самостоятельное изготовление снегоуборщика, нужно здраво оценить свои умения, так как задача потребует усилий. В основе наиболее распространенной самоделки – мотоблок «Нива», «Хонда». Насадку можно смастерить в трех вариантах. Насадка как у бульдозера крепится к мотоблоку посредством специального адаптера. Слой снега срезается ножом, металлическим листом с острым краем. Есть более сложный способ, для которого требуется чертеж. Конструкция – роторная насадка, состоящая из короба, шнека и трубы, выбрасывающей снег. Это максимально эффективная двухступенчатая система. Еще один сложный способ – сделать вентиляторный снегоотбрасыватель. При наличии необходимых навыков и времени изготавливается вентилятор, лопасти которого подгребают снег и отбрасывают его через трубу. Сделать снегоуборщик для мотоблока можно из подручных материалов. Для изготовления лопаты снеговой для мотоблока необходимы инструменты – рулетка, дрель, болгарка, сварочный аппарат. Понадобится ненужная труба с большим диаметром или бочка. Самодельный снегоуборщик вырезает отвал нужной глубины из вторых половин бочки, можно использовать выгнутый лист металла толщиной от 2 мм. Обваривают жестким каркасом, изготавливают внутренние стойки для обеспечения жесткости. Приваривают стальной полукруг с тремя отверстиями для регулировки направления поворота. Крепление к мотоблоку делается из штанги и кронштейнов, держатель фиксирует по центру отвала. Обратите внимание, если планируется смастерить более сложный вариант, то вся трудность состоит в изготовлении шнека, располагающегося внутри короба. Можно взять старый шнек от какой-либо техники. Шнек делается из трубы с держателями по сторонам. Рабочая часть изготавливается из металлических лопастей одного размера, между которыми оставляются равные промежутки. Для изготовления винтового шнека вырезают 8 больших и 4 чуть меньшего размера дисков из металлических листов. Их надевают на вал. Необходимо следить за жесткостью крепления деталей конструкции, рассчитывая на интенсивную эксплуатацию.
Ротор делается из алюминиевого котла объемом в 20 литров. Для фиксации на передней стенке шнека используют заклопки 4 мм. Снегооткидыватель в виде трубы с раструбом приваривают в центральной верхней части короба. Работа осуществляется с помощью вращающегося вала мотокультиватора. Чтобы передавать крутящий момент, требуются переходники, например, гибкая ременная сцепка Ремия 100. Приобретение навесного снегоочистительного оборудования делает мотоблок универсальным помощником в хозяйстве. Покупку лучше осуществлять в специализированных магазинах с гарантированным качеством товара. 00 Volt Article Rating.